Всем привет! Сегодня сделаем третью версию сигнализатора поклевки «Антиветер». Им можно рыбачить при сильном ветре, на реке с быстрым течением, а также на тихой воде с максимальной чувствительностью к поклевкам. Понадобится велосипедная спица. Избавляемся от гайки и откусываем загиб с противоположного конца. Поставки для удилища сбоку размечаем и делаем отверстие. Можно просверлить сверлом 2 мм или прожечь, нагрев велосипедную спицу. Далее отмеряем 5 см от края у велосипедной спицы со стороны резьбы и делаем загиб под 90 градусов. Заводим спицу в отверстие в подставке и делаем загиб в противоположную сторону, также под 90 градусов. Далее понадобятся трубочки от кейк-попсов, это такие большие чупа-чупсы. Такие трубочки можно купить в магазине «Все для праздников». Длина трубочки 15 см, диаметр 4. Одеваем ее на велосипедную спицу. Берем коробочку от Kinder Surprise и в верхней части размечаем и делаем отверстие. Чтобы киндер не прокручивался, нужно сделать изгиб на спице. И заполняем термоклеем. Ждем, пока остынет. Делаем изгиб для крепления сигнализатора на леске. Лишнее откусываем. Нагреваем иглу и делаем отверстие в тыльной стороне снизу трубочки. Бубенчик на пружинке заводим в это отверстие, вкручиваем его. Второй конец спицы сгибаем примерно под углом 45 градусов. Берем свинцовый груз, каплю 16 грамм. Сверлим отверстие диаметром 2 мм. Примеряем и отрезаем трубочку. И следом накручиваем грузик. Держится такой груз очень даже крепко. Груз служит противовесом, чтобы было видно даже самые деликатные поклевки. Груз можно украсить лаком для поплавков или для ногтей. В нижней части коробочки от Kinder Surprise можно просверлить отверстие 4 мм. Нужно оно для светлячков на ночную рыбалку. Их я покупаю в Алиэкспрессе, ссылку оставлю в описании. Коробочку для киндера также можно добавить грузики, подбирая от силы течения на водоеме. И сигнализатор просто одевается на леску. Поклевки на такой сигнализатор хорошо видно не только сбоку, но и когда удилище находится спереди.
тест сигнализатора при ветре. Смотрю на этот сигнализатор шевеления. Вот. Как печально. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, если видео вам понравилось и было полезным. Спасибо за просмотр, встретимся в комментариях.